Брюссель, 4 мая, РИА Новости. Позиция НАТО по инциденту с отравлением в Салсбери по-прежнему основывается на оценке Лондона о весьма вероятной причастности к этому РФ, заявил в пятницу РИА Новости представитель Альянса. Президент страны Милош Земан ранее заявил, что в одном из военных НИИ страны в 2017 году было изготовлено отравляющее вещество, однотипное тому, от которого пострадал в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он привел мнение военной разведки о том, что синтезированный ЯТА-230 именуется «Новичок». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поставила перед НАТО вопрос о том, кто фиксировал уничтожение Чехии вещества типа «Новичок» и ждет ответа. Позиция НАТО ясна. Она основана на заявлении Североатлантического совета 14 марта, сказал пожелавший остаться неназванным представитель Альянса. Он также перенаправил за любыми дальнейшими комментариями по поднятым вопросам к чешским властям. В заявлении 14 марта говорилось, что Британия проинформировала Североатлантический совет об инциденте в Салсбери 4 марта, подтвердив использование нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного Россией, и проинформировала союзников о том, что весьма вероятно, Россия несет ответственность. При этом страны НАТО выразили глубокую озабоченность и солидарность с Великобританией, предложили свою поддержку в проведении расследования и призвали Россию дать ответы на поставленные Британии.